Привет, ребята, меня зовут Костя, и с вами снова канал обзоров и самоделок. Сегодня рассмотрим полибэк из серии LEGO Friends, артикул 304-09-5+. На лицевой стороне изображена Эмма и ее питомец. На обратной стороне можно заметить детали, которые есть в пакетике. Также изображение девушки один к одному. И информацию о том, что набор 2018 года, февраль. Давайте откроем. Внутри находятся детали, фигурка Эммы и вот такой котенок. Также есть инструкция. Достаточно большая, длинная, с одной стороны и вот так с другой стороны. Всего 17 позиций. И здесь небольшая рекламка. Приступим к сборке. Полибэк собран, рассмотрим поближе. По традиции начнем с фигурки. Девочка по имени Эмма. Принтованный топик, принтованные ступни и принтованное лицо. С другой стороны никаких принтов нет. Парик можно использовать для обычной мини-фигурки LEGO. Все совместимо. Ну и лицо идет одностороннее. Руки двигаются, ноги двигаются только цельно. Но это особенность всех LEGO Friends. Далее у девочки есть питомец. Кот или кошка. Она тоже принтована. Ушки, глаза, рот, лапки, хвостик. В общем, вся передняя часть в принтах. С другой стороны ничего нет. Плавно переходим к нашим бамперным машинкам для автодрома. Начнем с машины Эммы. Вот так она выглядит. Есть фары, есть даже руль. И есть вот такая антенка или, возможно, флажок. В мое детство бамперные машинки питались от сети, которая была вверху. То есть здесь была натянута сетка. Вот этой антенной она цеплялась за сеть. Сюда подавалось электричество, и автомобиль приводился в движение. Не знаю, как обстоит дело сейчас, но, скорее всего, вот эта антенна. Посадим нашу девчонку, и она у нас может кататься. С другой стороны, все достаточно просто. Теперь рассмотрим бамперную машинку домашнего питомца. Здесь элементарно. Можно усадить кота или кошку. Также есть вот такой бампер по всему периметру. Снизу она выглядит вот так. Ну и, конечно, в разы она меньше. Сложно назвать это бамперной машинкой, но компания LEGO попыталась изобразить что-то подобное. В общем, наши персонажи готовы к тому, чтобы просто гонять, бортоваться, разъезжаться и так далее. Ну, у Эммы машинка, конечно же, мощнее. У кота или кошки нет никаких шансов. Вот такой небольшой полибэк из серии LEGO Friends. Если понравилось, то ставь лайк, подписывайся на канал. Ну, а я же с тобой не прощаюсь. И, как обычно говорю, до скорых встреч. Стой! Хочешь знать, когда выйдет следующее видео? Тогда не забудь включить колокольчик. Если, конечно, он у тебя еще не включен. А также подписывайся на нашу официальную группу ВКонтакте. Ссылочка в описании.